Вот здесь плавает. Итак, всем привет. Оп, нырок нырнул. Мы здесь вместе с уточками плаваем, загораем. Ой, 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 и фиш пилинг. Здесь ко мне подплывают рыбки. Вот тут вот. И я смотрю, чтобы они меня покусывали. И так классно. Фиш пилинг называется. Так классно. Прям отмершие вот эти вот все мои. Вон они птицы. Ой, прелесть какая. И уточки тут просто красота. Оторваться невозможно. Ну и заодно рассказываю то, что знаю, то, что узнаю, делюсь с вами. И что было интересно. В то же самое время, когда вы смотрите такие видео, естественно, вы лечите свои нервы, свою нервную систему. Вот просто даже смотрите, когда на такие. Ой, 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 они меня прям покусывают. Покусывают. Вон они подплывают тут. Вон они, стайками, стайками. Но я просто туда близко не подхожу. Я хочу здесь еще показать вам нырков, уточек всяких разных. И сама загораю тоже. И в этом году я не выращивала особо много овощей. Я не выращивала особо много каких-то культур. В этом году, потому что я ездила на море. И работала, и отдыхала. Параллельно с сыном. Кто смотрел мои видео, знает. Но зато я посадила черри помидорки, как всегда, немножко перчика и немножко баклажан. И я вам хочу сказать, что черри помидоры прекрасно выдерживают полива один раз в неделю. Вот. Он ныряет, ныряет. Прямо так громко. И баклажаны, они тоже раз в неделю у меня выдержали. И перец. Перец болгарский у меня выдержал раз в неделю. Но я его такой полутень посадила, в полутень. Клубничка, конечно, не совсем, потому что у нас жара. Придется мне ее восстанавливать осенью, в октябре. В начале октября буду ее восстанавливать, наверное. Вот так. Ну и что в основном у меня хорошо? Все вот эти вот травки. Базилик выдержал прекрасно. Все тимьян, чабрец, лаванда. Вот они прекрасно выдержали одного раза в неделю полива. Поэтому тархун. Поэтому впредь буду побольше травок таких сажать. Но о их свойствах я сейчас расскажу вам. Розмарин. Вот он сильный. У него теплый хвойный аромат. Сочетается с любыми продуктами. Понижает артериальное давление. Понижает. У кого высокое, розмарин то, что нужно. Помогает справиться с болезнями печени и возрастной потерей памяти. Так что кушайте розмарин, покупайте. Тимьян. Тимьян это такой, как чабрец, только у него цитрусовый аромат. Я показывала и говорила, вот у меня несколько видов чабреца. Это один из видов чабреца, называется тимьян. И ой, как меня эти рыбки, прям вообще круто. Тонкий цитрусовый аромат этой травы подойдет ко множеству базовых блюд. И в супах, и в соусах тимьян это то, что нужно. А вот нырок. Вот он, прям подплывает. Ой, какие красивые они, эти нырочки у нас поселились. И рыбка аж выпрыгивает. У нас в этом году столько рыбы. И значит, благодаря антимикробному эффекту, вот этот тимьян помогает при зубной боли и боли в горле. Если горло болит, завариваем тимьян, полоскаем и пьем тоже. Ой, красота какая. Дальше базилик. Я рассказывала про базилик много, но повторюсь. У него сладкий аромат. Это травка афродизиак. Там флавоноиды, входящие в ее состав, защищают организм, восстанавливает клетки. И, конечно, это бешеный антимикробный эффект, потому что там масса эфирных масел. Поэтому это, можно сказать, натуральный антибиотик. Следующее.
Следующее майоран и орегано. Это родственники. Базилика тоже имеет такой же, он плывет, тоже имеет такие же свойства, как и базилик, и много эфирных масел, и можно заваривать, как базилик. Смотрите предыдущее видео. О, смотрите, смотрите, какая красота. Боже, а тут меня еще фиш-пилинг. Сейчас я покажу. И эти везде плавают. Я прям оторваться не могу от этой красоты. Ой, просто прелесть. Так что орегано и майоран можно. Это тоже природные антибиотики. Все противовоспалительные, противораковые свойства в них. Тоже помогают при простуде, зубной боли, других болях. И аромат отпугивает от насекомых. Танюша, стоишь и так приятно. Прям массаж рыбки эти делают, прям массируют. Дальше эстрагон или тархун. А Таня, кстати, боится он. Таня лежит и боится рыбок этих, которые делают массаж, которые убирают все отмершие клеточки. Она боится, что прокусят кожу. Нет, не прокусывают. Они как раз-таки вот очень так аккуратно. Дальше эстрагон. Тархун со сладким своим запахом и со вкусом, напоминающим анис. Он является одной из самых ценных приправ во французской кухне. Если базилик, орегано, майоран – это средиземноморская кухня, то французская кухня – это эстрагон или тархун. Так что запаситесь. Я, кстати, укусила. Я, кстати, из него чай завариваю зимой. Я его в больших, в огромных количествах, в огромнейших количествах я его заготавливаю. Вот. И он богат витаминами, калием. Калий, как... Ой, красавица, да. Калий, как и в дыне, очень много в эстрагоне калия. Нырок, раз, ушел. Вот, калия, ну калий вы знаете. Богат витаминами другими, антиоксидантами, укрепляет женское здоровье эстрагон, помогает тем, кто хочет сбросить вес и набрать мышечную массу, улучшает аппетит, обладает мягким, нежным, снотворным. Видите, и мы с вами таким образом лечимся, наблюдая вот за всем, за вот этим вот кардебалетом. Ой, красота, за жизнью, за такой прекрасный. Так, и мой совет. Почаще включайте разнообразную зелень в свое меню. Старайтесь сочетать ее с продуктами, богатыми животными белками. Рыбой, мясом, творогом, яйцами. Только яйца домашние, творог домашний, кефир делаем сами. И все это на козьем молоке. И будет тогда, у вас не будете болеть. Вы знаете, вот в этом году я убедилась в том, что мы сильнее всех с сыном. Сегодня в этом году очень много людей в Железном порту на Черном море переболели с каким-то непонятным вирусом. Откуда он взялся, никто не знает. Но переболели практически все. Вот где мы жили, там переболели все. У нас это все прошло в такой легкой форме, что все удивлялись. Все бежали в аптеку. Я бежала за бархатцами. И как раз я там сделала вам видео про бархатцы. Кстати, еще забыла об одном очень важном, в одной очень важной приправке. Это бархатцы. Обязательно мелко нарежьте эти оранжевые и коричневатые цветочки. Мелко-мелко нарежьте, засушите и положите в баночку. Это великолепнейшая, великолепнейшая приправа для рыбных, мясных блюд и для супов. Еще можно класть в овсянку утром, запаривать овсянку, добавлять бархатцы и разные-разные травки. Ну все, я вас всех люблю, целую, будьте здоровы, а мы с Таней будем делать пилинг здесь, потому что есть ценнейшая глина, такая голубоватая. А эта глина обычно встречается вот на таких озерах, на йодовых озерах. Она еще с сероводородом.
И она очень, в ней столько минеральных веществ, но это уже другая история. А я вас всех люблю, целую, ваша.